Ивановская областная дума приняла закон о проведении массовых акций. Документ бурно обсуждался на протяжении 2 месяцев и за это время подвергся значительным корректировкам. В частности, поменялось даже название. Закон определяет порядок проведения массовых акций в специально отведенных местах. По сути, то, что мы принимали в первом чтении за основу, и то, что мы сегодня принимали в целом, это, в принципе, 2 разных документа. Серьезнейшим образом переработано, либерализовано достаточно для того, чтобы мы могли говорить, что у нас свобода проведения мероприятий подобного рода на территории Ивановской области будет. Новый закон вступит в силу с 1 января следующего года. До этого времени региональным правительством будут определены специальные места, где можно проводить массовые акции. Практически все ограничения в процессе обсуждения закона были сняты. Единственное, что осталось, запрещение проводить подобного рода мероприятия на автобусных остановках и на тротуарах. Ну, здесь уже, коллеги, извините, мы не посчитали возможным подобного рода ограничения оставить. А так, пожалуйста, на проезжей части мы исключили, по сути, все памятники культуры, расстояние до различных зданий ограничительные. Это мы все убрали. Во время заседания парламентарии выступили с законодательной инициативой внести поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Депутаты предлагают ввести штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных, кошек и собак. Правила по содержанию есть, а наказаний нет. А когда существовал наш областной закон, только за 2011 год было оштрафовано 700 человек. А после того, как закон был отменен, на первые 3 месяца после отмены было более 100 выходов полиции по обращениям, но полиция ничего сделать не смогла, потому что уже такой нормы не было. Эта законодательная инициатива Ивановского региона уже рассмотрена экспертным советом Госдумы и прошла так называемое нулевое чтение. Если федеральный закон вступит в силу, то за нарушение правил содержания домашних животных будут накладывать штрафы от 500 до 1000 рублей. Если животные причинят материальный ущерб или ущерб здоровью, взыскания будут более существенными. Любовь Пощерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.